Ребята, помните, миллионеры затонули в батискафе? В батискафе им пришла пизда. 5 человек. Вход туда стоил 250 тысяч долларов. Я сейчас думаю собрать еще одну команду. С каждого по 200 тысяч долларов. Вот нашел батискаф, сейчас его купил, мне сюда его привезли. И осталось только пульт от PlayStation купить, и можем нахуй погружаться. Я не знаю, здесь как бы ни окон, ни дверей, нихуя нету, но я думаю, всем похуй будет. Потому что это путь в один конец все равно. Либо можем здесь паха-траха как-то дырку просверлить до окна. О, подождите, все пизжу, окно есть вообще заебца. Да, даже два окна, ебаный рот. Вы посмотрите, какой батискаф. Я вложил всего, сколько, $78 в него вложил. И выхлоп будет под лям баксов. Осталось миллионерам написать письмо, что идем к Титанику. И все, из-за ебца окна есть вообще, пацаны, бля, это шикарно. Два окна нахуй. Ну все, ждем отправки нахуй. Да-да, даже американцы радуют, орут.